Название конференции – роль десантных войск в укреплении обороноспособности страны от исторического опыта к современным реалиям. Символично, что конференция проходит в Рязани, легендарной столице ВДВ. Воздушно-десантные войска выполняют задачи всегда в интересах общевойсковой группировки. Поэтому, разумеется, в своем тесном кругу мы всегда утверждаем, что десантники – это лучшие, единственные и незаменимые, но в рамках всех вооруженных сил, которые охраняют покой нашего государства, мы являемся, конечно, элементом данной системы. И не можем сказать, что мы одни единственные, неповторимые, способные решать все задачи. Все задачи решают все военные в равном составе, но десантники лучше. Конференция проходила на нескольких площадках – на базе училища ВДВ, Рязанского государственного университета имени Есенина, библиотеке имени Горького и музее истории ВДВ. Значение этой конференции очень велико. Она призвана не только обратиться к страницам славной военной истории, истории воздушно-десантных войск, к нашей региональной истории, но эта конференция прежде всего ставит задачу способствовать военно-патриотическому, гражданскому, патриотическому воспитанию нашей молодежи. И не случайно наша конференция проходит в библиотеке, университете, в музее, там, куда приходит молодежь. Участники конференции обсуждали актуальные проблемы и выдвинули ряд предложений по повышению престижа военной службы, наращиванию оборонительного потенциала, усилению работы с молодежью в части патриотического воспитания.